На улице Осипенко появится чуть больше километра нового асфальта и долгожданная ливневка. Ход работ показали исполняющему полномочия главы Тюмени Руслану Кухаруку во время его рабочей поездки по проверке строительства дорог в областном центре. На этой улице очень много у нас памятников исторического значения. Новый объект, который у нас появляется, тоже старается выдерживать именно дух этой улицы. Тот тренд, который мы с вами отрабатываем по новым микрорайонам, он будет сохранен здесь. Это наличие велодорожек. На Большой, Заречной и Партизанской улицах тоже ремонтируют проблемные участки. При этом рабочие техникой трудятся даже в выходные. А в поселке Березники и деревне Казарова построят почти 40 километров дорог со всей вспомогательной инфраструктурой. Особенно полезными будут водоотводные каналы. Проблема в частном секторе не только здесь, она по всему городу, да, образуется из-за того, что жители сами дополнительные съезды себе осуществляют, отсыпают без прокладки трубы водопропускной. Также строительным мусором засыпают при строительстве.